бываю в Овсуге каждый год. И в году 2-3 раза в прошлые года. То есть я начал заниматься Тютчевым в 1972 году. В 1972 году. Ну, я пока, значит, изучал в библиотеках везде, так сказать, и в музее в том Мураново. А потом уже я приехал туда. Ну, в то время, это в 75-м году, конечно, Овсуг был, как сказать, колхозной деревней, потому что домов не было, вот этих вот, как сейчас стоят, которые построили уже так пригомолени и все прочее. И всегда праздники, которые проходили там, которые начались проходить по дню поэзии, они проходили, внизу стояла трибуна, а все сидели здесь наверху, вот на склоне холма. Конечно, это единственное место, Овсуг, где бывал Тютчев. Тютчев в Муранове ни разу не был. А здесь он был здесь, он родился здесь, это его родина. И когда вот мы начали восстанавливать этот дом, он же был весь разрушен и перенесен вниз туда, за речку. Там сейчас музейчик небольшой, знаете. И вот у меня есть стихи ему посвященные, и которые я вот и поместил у вас в четвертом томе, они тоже там есть. Вот. И вот я тогда написал небольшое такое стихотворение, что гуляет ветер по Овсугской площади, но там в ней чего-то так не достает. Ни вождь на белой лошади, Гамолин бронзе лучше подойдет. В большом окружении хлеб, соль, и вот эта вот вся площадь, все было заставлено лотками, продавали все. Можно было купить какие-то, там даже мебель продавали. И все это, даже вот все до этого, внизу, вот где стоит колодец, и там тоже стояли столы, понимаете, и там тоже столы стояли. И то же самое, вот народу было что-то такое очень много. Все поэты России, лауреаты премии, и большие вообще, во всяком случае, поэты были все, герои соцтруда и так далее. А Овсуг сам по себе воспрял именно музеем. И вот еще там же стоит памятник Тютчеву. Это лучший памятник, которого я вообще-то, вот, по крайней мере, видел из поэтов, вот, которых поставлен. Это Леша Кобелинец, это мой большой друг. Был сильный гром, когда мы поставили этот памятник, его еще тогда и фундамента не было, мы там кирпичи, там все это дело подкладывали и так далее. Вот эта красота, этот памятник великолепный. И, ну что я еще хотел вам сказать? Я хотел бы сказать о том, что Овсуг не принадлежит одному Брянску. Овсуг принадлежит всей России. Это один из ведущих музеев России. Поэтому надо, чтобы его заботились о нем. И о тех людях, которые там работают, которые там все делают. Вот я отдал часть своего архива, я еще вам отдам часть архива, который у меня, чтобы это дело все вошло вот в ваш Овсуг.